Вы знаете, что этот круг, когда хороводом поют и танцуют, это самая большая терапия, это самый лучший способ исцелиться от своих недугов. Давайте спою я, и все вместе будем там, хороводом петь и танцевать. Давайте. Вот когда приходит осень, уже урожай собирают и начинаются свадьбы. И тогда начинались вот эти хороводные песни, танцы. Давайте, я спою вот строчку, а мы вместе все поем. Ха-ни-на-ни-на, ладно? Хорошо. Сосна гельныр баягдзу, ха-ни-на-ни-на-ни-на, ха-ни-на-ни-своду, я любимоним болано. Один человек строит дом круглый, он говорит, что в этом есть большой смысл. Ну, вы художники все знаете, о чем я говорю. То есть мы стали целым, одним целым, понимаете? Я, конечно, люблю петь, люблю иметь успех, но сейчас только это исток любви к вам. Спасибо. И мне очень хочется, чтобы все были едины, как Господь сказал. Тогда каждый будет чувствовать себя счастливым. Понимаете? К сожалению, в нас живет вот этот эгоист, который все время говорит, себе, себе, себе возьми. Вот. Ну, наша цель достигнута, да? Конечно. А я тебе чай. Да, да, подождите, еще. Знаете, о чем эта песня? Я всегда воодушевлена и забыла сказать. Вот, говорит, звезды светят. А внизу тоннель, где пекутся армянский лаваш, да? И мы с тобой
ноги опустили вот этот туннель, когда уже остывает огонь. И это самое большое тоже лечение для ног, для вообще всяких. И говорит, и никто нам не нужен. Вот у нас крепкий будет поцелуй, и все наши болезни исчезнут. И мы...